Эх, по детальному осмотру я все-таки понял, что это Мирмика. История такова, то что когда я возвращался из школы, хотел посмотреть на муравьев. Я знал, что у меня живут какие-то рыжие. Ну вот теперь я понял, что это Мирмика Рубра. Я поймал Мирмику Рубру, а не КС питомов. Очень жаль. Она, кстати, жалом. Поэтому это очень, ну, не очень такая, так сказать, хорошая поимка. Ну, я когда возвращался из школы, я увидел, как рабочий тащит маку. Я понял, что нужно ловить, и поэтому у меня даже не было с собой инкубатора. Я просто на руке ее нес. Вот так, в общем. Буду к ней рабочих подсаживать, наверное.